Публичные слушания по исполнению бюджета минувшего года в областной думе стали традиционными. Это своего рода форма общественного контроля и исполнения власти. Поэтому в зале, помимо депутатов и представителей правительства, присутствовали руководители министерств и ведомств, приглашенные из муниципалитетов, а также общественники и жители региона. Основные направления бюджетной политики озвучил первый заместитель председателя правительства области Дмитрий Андреев. В целом по России ВВП за год вырос только на 0,6%. Рост промышленного производства в области к уровню 2013 года составил 4,1%. Сельскохозяйственного производства 4,6%. Объем производства, вернее, строительства и ввода жилья увеличился на 9,2%. В ходе слушаний говорили о выполнении на территории региона майских указов президента, однако представитель профсоюзов Марина Фатеева попросила уточнений по зарплатам бюджетников. В числе приоритетных направлений финансирования расходов областного бюджета в отчетном году были социальные сферы, жилищно-коммунальное хозяйство, агропромышленный комплекс, то есть те сферы, которые непосредственно оказывают влияние на качество жизни населения области. Кроме того, участники слушаний задавали вопросы об эффективности бюджетной поддержки малого и среднего предпринимательства, об итогах проведенной оптимизации расходов на содержание госаппарата и мерах по стимулированию муниципалитетов к увеличению доходов собственных бюджетов. Сами же депутаты рассмотрят законопроект об исполнении бюджета на ближайшем заседании областной думы 24 июня.